все, что происходит в жизни робота, остается на его карте памяти. Наконец-то у Бетти есть парень, на которого можно положиться. Даже выход из душа становится приятнее. Выглаженные вещи, чистая обувь. Кевин уже обо всем позаботился. А в качестве бонуса приятная улыбка. Он такой душка. А еще робот многофункционален. Нажимаешь нужную кнопку, и он превращается в фен. Один супергаджет на все случаи жизни. Сделай прохладнее. Горячий воздух пересушивает кончики. Все готово. Видимо, все-таки стоит сходить на укладку. Нелегкая мужская доля сопровождает даму в салон красоты. Но роботу это вовсе не в тягость. Посидишь здесь немного, я быстро. Без проблем. Терпение роботу не занимать. А еще здесь столько неизученной литературы. Модель Кевин оснащена функцией быстрого чтения и запоминания. А с вашим спутником все в порядке? Да, он у меня был лучшим в классе по технике чтения. Чего не скажешь о другой клиентке. Помедленнее, пожалуйста, читаете вы, а голова у меня кружится. Вы что-то сказали? Такого поворота головы никто не ожидал. Самое время увести кавалера из салона. Ники, милая, сегодня ты превзошла сама себя. До скорого. Похоже, к знакомству с миром роботов люди еще не готовы. Прогулки с роботом стали важным ритуалом. Ох, был бы он еще поразговорчивее. Впрочем, молчание и умение говорить по существу – тоже немаловажные навыки. Ого, этот парень выглядит как настоящий Казанова. Красотка, ну зачем тебе этот слизняк? Поехали лучше со мной. Эй, Кевин, может, ты что-нибудь скажешь? Ау! Никакой реакции. Отстаньте, мужчина. Глупенькая, я отвезу тебя на свою родину, Кубу. Компания кубинца начинает напрягать робота. Уважаемый иностранец, только без рукоприкладства, прошу. Но у робота есть уловки поизящнее. Раз, и пояс оказывается в руках героя. А штаны кубинца на земле. Какой позор, ты еще поплатишься за это. А ты вынесешь урок. Или робот опять поставит тебя на место. Мой герой. Закон подлости – это когда срочно нужен красивый макияж, а стрелки ну никак не рисуются. Ну что за невезение? Как с таким мейком можно выйти на улицу? Робот видит, что хозяйка злится и не может оставаться равнодушным. Что-то случилось? Третий раз крашусь, ничего не получается. Предоставь это дело профи. Робот ведь универсальный. Он может все и делать макияж. Ух ты, такой серьезный. И по-твоему, это стильный коктейльный макияж? Ха-ха. Быстро исправляй свое ха-ха. Посмеялись и хватит, пора показать настоящее мастерство. На этот раз точно без шуток. Вау, как круто. Ты просто супервизажист, дорогой. Давай обнимашку и скорее бежим на вечеринку. Бетти обожает вечеринки. Танцы с подружками до упаду, ну классно же. А это, кстати, мой новый друг. Прошу любить и жаловать. Да уж, молодой человек не из общительных. Зато танцует неплохо. Робота показывает максимально правдоподобно. Ой, нет, музыка закончилась. Не додумался зарядить колонку. Ну, когда робот в здании, проблемы с музыкой такие пустяки. Девочки, не ссорьтесь, а лучше диктуйте свой любимый плейлист. Ура! Вечеринка продолжается. Танцуем, пока не отвалятся ноги. Даже самому современному устройству рано или поздно нужна подзарядка.
Хорошо, что робот сам контролирует уровень заряда. Выбирает лучшее время для пополнения запасов энергии и на время выпадает из жизни. Только взгляните, он такой милый и беспомощный. Идеальная жертва для пранка. Безобидного, конечно. Бетти все-таки любит своего электронного друга. Зарядка завершена. Можно приступать к делам. Упс. Добро пожаловать в реальную жизнь, умная машина. Грохот, шаги. Кажется, кто-то проснулся. А вот и робот. Произошел сбой программы. Помоги. А еще посмотри, все ли в порядке с ногой. Это уже интереснее. Неужели сломался при падении? Не бойся. Отремонтируем мы твою коленку. А ну-ка, присаживайся. Я сейчас все починю. Эй! Ха-ха-ха! Это был ответный пранк. О-оу, кажется, кто-то прошел посвящение в реальную жизнь на все 200%. Розыгрыш Кевина выбил Бетти из колеи. Но робот не обидчивый и всегда подаст стакан воды. А заодно и разговором развлечет. Хочешь узнать обо мне больше? Предложение более чем заманчивое, даже голова болеть перестала. Смотри внимательнее, тут все мои воспоминания. От лаборатории до встречи с тобой. Кто бы мог подумать, что робот ведет запись видео? Эй, ты что, подсматривал за мной в душе? Это же секретная информация! Удали, удали немедленно! Извечный вопрос, куда девается второй носок после стирки? Это уже даже не смешно. И что теперь надевать? Робот запрограммирован помогать владелице и не оставляет негатив без внимания. Опиши пропажу и расскажи, где ты ее видела в последний раз. Получив нужную информацию, он отправляется разбираться со стиральной машинкой. Верни немедленно! То-то же! Хорошо, что приборы могут легко договориться друг с другом. На такое быстрое решение проблемы Бетти не рассчитывала. Ты настоящий волшебник, спасибо! В свободное время роботы тоже не прочь позависать на Ютубе. Такой забавный ролик, это же мой любимый канал. Эй, зачем ты переключил? И... А как ты вообще это делаешь? Легким движением руки? Невероятно. В тебе столько скрытых талантов? Ага, ага. И никакого мошенничества. Ну, почти. Правда, Бетти об этом знать совсем не обязательно. Кубинцы – горячий народ и отказов не принимают. Думала отшить меня, но уж нет. Добиваться расположения в этот раз жених пришел с подкреплением. Парни, за работу! И чего раскричались? Любовь моя, Куба ждет нас! Какой навязчивый тип! Без помощи Кевина не обойтись. Разберись там с ними, только без рук, ты же помнишь? Подходи по одному. Первый пояс уже у Кевина. А теперь двойной удар. Свита кубинца оказалась такой же беспомощной. Счастливо оставаться, трусишки. Эй, троица, и куда только делась ваша уверенность? По
Понравились наши приключения робота Кевина? Хотелось бы и себе такого же друга? Напиши нам об этом в комментарии. Больше интересного на нашем канале. Ставь лайк, подписывайся и делись этим видео с друзьями. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые забавные скетчи на канале Трум-Трум Селект.